Женька, привет! Здрасте! С вами канал Артмания. Меня снимают. А ты видел ролик? Не заходил? Ну, как там клево получился? Про пауков. А? Да. Про пауков? А здесь всегда лужи большие. Ну, дай мне руку-то. Ну, что ты несешься, как шимпанзе? Но мы вместе зайдем, наверное, пятерочку. Как шимпанзе бежишь. Машина. Может быть, мороженку? Ну, давай мороженку тебе. Чай. Подарки. А ты не будешь себе? А тебе нельзя. Неудобно. Смотри, что меня было видно. Меня видно? Видно. Ну, давай. Пробуем с вами колу. Вкусно. Реклама. Прям чувствуется ваниль. Как в детстве. Ванилькой пахло все время в магазинах. Реклама Кока-Колы. Такая простенькая. Раз. Что там бубнишь? Я говорю, вкус, реклама. Кстати, детство напоминает. Вкус ванили был, но в детстве часто уже. Пойдем. На свою камеру. Типа все? А вот и самокаты брошенные. Ну нет, шучу, не брошенные. Или такие другие. Покажи лайк. Лайки, лайки. Ты козявка? Козёл. Или ты козювка? Народу сегодня. Теплые деньки были. Где? Сегодня уже прохладнее. Полгода.
Женька, иди сюда. А чего ты там пьешь? Пиво. У тебя пиво? Да. Под названием Липтон? Это зеленый чай? Чтобы полицейский обманул. А, ты там это налил типа? Хорошо. А? Ну да. Да, налил? Ну да. А что зеленый такой? Ты пьешь зеленое пиво? Под бутылку зеленой. А? Бутылка зеленая. Бутылка зеленая? Привет. Что, ты друг? Да. Какой? Надо с нами на карте прийти. Фонтан, а что фонтан не включает? Не знаю, рано еще. Скажешь, я что, жена блогер? Снимал у нас. Главное, ты помещаешься в кадр, и меня половина. Вот так вот сделал, да? А? Козяка. Придерживай. Ням-ням-ням-ням. Мы поедим. Все хуже, что будет. Гамбургер холодный оказался. И наконец-то мы дождались нашего пылесоса. Ура! Дождались. 2 недели, представляете, ждали. Первую неделю прождали. Домофон неожиданно отключили у нас. А номер мой не записался, не сохранился там. И они не привезли. Ну, привезли, не дозвонились и уехали. Заказала снова. Вот сегодня наконец-то он приехал. Ура! Скорее, 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 так хочется. А он там копошится. Так долго парень сидит, копошится и копошится. Уже 5 минут, наверное, он. Сколько можно-то так долго работать? Кошмар. 4. Очень долго. 4. Обычно все быстро, а это, видать, другой.